Здравствуйте, коллеги, привет подписчикам. Сегодняшнее видео у нас закрываем дно от сетка, вот закрываем фольговый золом. У нас уже был сегодня облет хороший, для того чтобы семья не теряла тепло, чтобы пчела хорошо развивалась, чтобы, не доведи Господи, не было больших приморозков и температура не понижалась в самом пчелином гнезде, можно сказать так. Мы закрываем вот таким образом. Смотрите, как вариант, просто очень удобно. Вы взяли ножика, поставили, вырезали и закрыли. Быстренько, удобненько и красивенько, чтобы вы понимали. Потом уже вы взяли его, просто выбросили или просто спалили. Так что смотрите, вот такой вариант утепления днища, закрытия днища тоже хороший. Потому что я когда делал, я не сделал, чтобы можно было снизу сразу закрыть фанеркой. Было время, нужно было днище решить проблему. Нужно было сделать быстренько днище с сеткой. Сейчас есть другая проблема, нужно быстро закрыть. Но опять же, есть проблема, нужно снять корпус. Но если у вас будет небольшое количество пчел, то это тоже неплохо. Смотрите, какое количество подмора спустил отсюда. Вот сюда на сторону. Нужно будет его сейчас собрать и выкинуть. Закопать его. Все, всем всего наилучшего. Обратите внимание, вариант хороший.